request. Чё, дурак, что ли? Знак слева, тот вроде настоящий, справа. А, смотри, осторожно. Нет. Ёбаный ты пидорас, блядь! Ебать ты ёбнулся! Вот куда мы едем, а? Твою мать, блядь! Эх ты, блядь! Тихо, тихо. Ебанат нахуй. Ты заснял эту хуйню? Блин, улетел сюда. Просто мешает, смотри, уебет сейчас. Ой, ебаный в рот. Долбоёб. Заехал, заебись. Может, пойти помочь? А, живы. Чурки, сняло. Одни чурки. Фарзу умотать. Это, блядь, он что, не видел, что ли? Пора слетела.
что, соска, блядь? Ты что делаешь, нахуй? Ты что, охуела, что ли, блядь? Все, блядь, охуеешь, нахуй. Да я ее нахуй сейчас буду. Нахуй. Пизда нахуй. Что, да выебывалась ты, дура, блядь? Иди нахуй ты. Списком в спортивном центре Нанкина. Наш дзюдоист Михаил Игольников понесет флаг России на церемонии закрытия Олимпиады юношеской. Игольников стал двукратным чемпионом игр 2014, победив сначала в личных соревнованиях, а затем и в командных. Хоккейный клуб «Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Михаилом Анисиным. Соглашение игрока с командой рассчитано на один год. В прошлый сезон...